Добрый вечер. Сегодня появились комментарии в официальной группе от игроков, которые утверждали, что игра закрылась. Это высказывание не подтверждено игровым проектом. Многие игроки взволнованы тем, что не могут попасть в игру, но данная проблема уже наблюдалась в прошлом году. Данная ошибка связана с тем, что обновляются сертификаты Facebook и приходится синхронизировать все серверы. Поступило очень много жалоб от игроков, что они не могут играть через официальный сайт, поэтому разработчики приняли решение об обновлении. Сервера перестали отвечать полностью и принято решение о полном техническом обслуживании. Игрокам, которые зарегистрировались через Abyss, придется ждать немного дольше, так как придется обновлять. Сервера игры за все время выключались максимум на одни сутки, так что осталось подождать 12 часов, и все заработает. Это самый плохой из всех исходов. Проект не обанкротился и не разорился, как многие писали в официальной группе, это все слухи. Спасибо, что досмотрели, ставим лайк и ждем.